Что такое? Тебя оставили одну? Какая ты красивая! И глазки, как у твоего братика. Наверное, моя дочка такая же красивая. Валерия, мне сказали, что ты меня искала. Да. Что случилось? Хочу, чтобы ты сказал, где моя дочь. Я не уйду, пока не скажешь, кто тебе приглянулся. Рубен, уходи. Мне и так очень тяжело. А я не уйду. Что, нервничаешь? А я не уйду. Пока не скажешь, не уйду. Ничего я тебе не скажу. Мне что, применить силу? Только попробуй. Только ударь, и я позову врачей. Тебя выставят с треском. Ах, врачей, врачей. Что, снюхалась с врачом? Несешь всякую ерунду. Скажи, с кем ты встречаешься? Забыла, что я твой муж? Пусти! С кем ты встречаешься? Отпусти ее, Рубен. Или ты не слышал, что тебе сказали? А ты что здесь делаешь? Прощайся с жизнью, дорогая кузина. Пожалуйста, прошу тебя, скажи, где Малена? Любимый, да если бы я знал, то сразу бы сказал тебе. Гадалка сказала, что ты знаешь. Какая гадалка? Какая гадалка? Что это вы тут делаете с моей дочерью? Приходили чужие. Уходите отсюда, здесь не место для драк. Пусти. Пусти, я сказал. Я тебе скажу, не лезь к моей жене, ты дерьмо. Ты дерьмо. Да пусти, пусти ты меня. Пусти. Сынок, ради бога, я хочу тебе помочь, пока еще не поздно. Не поздно для чего? Ты что, думаешь, этих женщин убил я? Это и есть твоя помощь? Подозревать и обвинять меня в таких ужасах? Ты болен, сынок, очень болен. И сам это знаешь. Позволь тебе помочь. Кто убивает, тот не больной, мама. По закону он преступник, убийца. Так ты обо мне думаешь? Если так, почему не заявишь на меня? У меня нет такого намерения, Маркос. А какое у тебя намерение? Обвинить меня во всех преступлениях, о которых ты прочла в газете? Меня, твоего сына? Сынок, ради бога. В тот день, когда убили девушку из спортивного зала, на тебе была рубашка в крови, ботинки в грязи, а еще... Звони, звони же, звони в полицию. Скажи, что твой сын преступник, убийца. Звони, звони. Можно, дорогой? Вот нашла в мусорном ведре твои ботинки, а ему сносу нет, только испачканы в грязи. Я и хотела спросить, может, уступишь их мне для мужа, потому что, ну, сам понимаешь. Да, хорошо. Забирай, Эстелла. Вот и спасибо. Пожалуйста, оставь нас двоих. Да, простите, простите, я не подумала. Спасибо за ботинки.
Мама, ты дышишь? Мама! 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 Мама, мама, мама! Так как звали твоего сына?